сейчас чуть какую-нибудь херню включу и доем. О, поехали.
Ну что ж, тут пока у нас Флорида доигрывает, я думаю, сейчас уже доиграет. Ну что ж, всем снова добрый вечер. Потом... Спустя аж целых, по-моему, сколько, 3 месяца мы возвращаемся в прямой эфир RSL Radio. 15-й сезон стартовал. К сожалению, мы хотели раньше выйти, но, к сожалению, не получилось у нас немножко в эфир выйти по разным причинам. Как вы знаете, уже был сыгран матч за Суперкубок. Феноменальная была игра. С большим обилием голов и невероятной интригой и накалом. Точнее, все это было в первом тайме, во втором уже началась какая-то хрень. И да, паблик Весенорм, вот правильно мне тут подсказывают. Я не помню, с каким счетом, по-моему, 25, что ли, 4, или типа того. Там, короче, выиграла команда «Знамя», очередной трофей кладет свою копилку, с чем мы их и поздравляем. Ну и теперь, собственно, переходим мы непосредственно к RSL 15. Как вы знаете, вчера у нас был сыгран второй див, первый тур, что несколько странно, по идее, должен быть первым. Первый дивизион должен играть сначала, а потом как второй. Но тут нас немножко обделили, да? Мы обиделись. Но, тем не менее, так вчера сыграно было 2 матча. Новая команда ФК Lions играла против уже старожилов Катеначо, которые никак из второго дивизиона вылезти не могут и поочередно играют в первом, то во втором, непонятно по каким критериям. 18-5 Катеначо выиграла, наверное, там на опыте, на классе, я не знаю, как еще это назвать. И идем дальше. Форсы и МЛП-2, ну, это нам уже более известные команды, конечно, почти там полностью, наверное, обновленные. 6-4 победа МЛП-2, я расстроен, потому что я ставил на форсов, так что вот мой прогноз немного не удался. Как вы знаете, сейчас у нас идет конкурс прогнозистов на лиге, все подробности на RSL-форуме, пожалуйста, читайте, там в группе ВКонтакте выкладывайте свои прогнозы, я вот тоже принял участие, но вот уже по вчерашним 2 матчам я немного ошибся, если быть точным, то много ошибся, откровенно говоря. Предугадать результаты игр, неважно какого дивизиона, в сокере, достаточно сложно, ребят. И здесь больше удача сыграет свою роль, чем какое-то знание ситуации, внутри, там, знание внутри команд или какие-то игровые свои мысли. Здесь любая команда может обыграть любую, уже много было примеров. И... Так что здесь, да, кому больше повезет, тот и выиграет там всякие гифты и тому прочее. Лучше бы вы что-нибудь более серьезное распространяли в качестве призов, там какие-нибудь... арканы на героев Dota 2, учитывая, сколько у нас игроков в Dota и тому подобное. Но вот мне подсказывает, что у Lions вылетел перед матчем игрок вчера и играли 6-5. Но, ребят, 18-5 тем не менее. Раз в пятером смогли забить 5 голов, то значит, что-то эти ребята могут даже в пятером. Это, конечно, не PSG Челси, но начало положено. Таким образом, во втором дивизионе у нас Катеначо занимает теперь после первого тура первую позицию с разницей аж 13 голов. Ну и МЛП-2 на втором месте. Ну а дальше Форсы и Лайонс. Вот такой вот у нас второй дивизион. 4 команды. И в принципе, наверное, хватит. Пусть ребята играют между собой. Может быть, чему-нибудь научатся. Ну и переходим, наверное, к первому дивизиону. Это уже интереснее. Наконец-то стартует после долгого, очень долгого ожидания наш уже основной сезон, где мы снова увидим с вами супер-мега неубиваемую команду Smoky Nassies, шестикратный, по-моему, чемпион, да, RSL. Но вот Лимон в межсезонке решил возродить команду. Достаточно неплохой боевой состав собрал, но качество состава кое-какие вопросы задает. А именно СА всегда вот на протяжении всей своей многолетней истории, да, славилась тем, что это самая адекватная команда РСЛ. Бывали там как минимум один какой-нибудь, да, товарищ, или максимум два, которые выделялись из общего адекватного стиля команды, да, но Лимон решил полностью поменять политику, и теперь практически чуть ли не вся команда это яростные неадекваты, и с ними лучше не связываться. Вообще обходить их стороной. Тот сам вернулась, сам мы ждем сегодня в 10 часов играет с My Little Pony. МЛП в том сезоне пошумело достаточно, сняв достаточно скальпов хороших команд. И посмотрим, чему они научились за межсезонку. Вот, вон сразу экзамены вам в первом же туре с МЛП.
Но в 10, это в 10 часов, да. Вот в 9 у нас ожидается более любопытная встреча. Я говорю любопытная, потому что в предсезонном кубке Знамя труда и рыбалка играли между собой, и сенсационно, я бы даже сказал, рыбалка Знамя убила, ушатала, уничтожила, размазала, раскатала, расщепила, там просто в салатище, в песок, в пыль, в грязь. И вышла в триумфальный финал, где проиграла СА. Но это был предсезонный кубок, можно много говорить, что там Знамя играло несерьезно и т.д. и т.п. Важен, собственно, результат, а он удивительный. Потому что, честно говоря, многие в предсезонном кубке ждали СА-Знамя, чтобы понять, есть ли вообще интрига в этом сезоне. Ну вот, интрига есть. Интрига есть в том, что СА и Знамя еще не играли. Мы не знаем, чего ждать от этой игры. Так вот, в 9 часов Знамя труда рыбалка. Ребят, всем советую посмотреть эту игру. Мне кажется, будет достаточно интересная, потому что рыбалка такой определенный шарм имеет. Это команда и игроков хороших, и игру, в принципе, поставленную, да? Так что посмотрим, что действующие чемпионы, уже двукратные нашей лиги, смогут противопоставить. Я, конечно, думаю, что Знамя победит. Там, не уверен, что крупно, но думаю, что победит. Собственно, так же, как я почти уверен в том, что СА обыграет, может быть, даже крупное МЛП. Так, ну вот тут мне пишут, что в предсезонке Знамя рыбалку за Знамя стоял РИП на ГК. Но, ребят, ГК это не основополагающий игрок команды, это просто ГК. Вопрос к вашему обороне и к вашей атаке. Чем это занимались всю игру, если вы рыбакам слили и не смогли забить больше, чем они. Тем более, что Знамя это самая такая бьющая, забивающая команда сейчас у нас в лиге на протяжении уже нескольких сезонов. Большой вопрос. А на Рипа сваливать не надо. Он вообще не ГК, он девчик. Вот мне тут пишут, что Тушкан объяснился, что его не было и не смог его мотивировать. Это мне тут пишут один человек мой, хороший друг. Ну, не знаю насчет, как можно мотивировать на предсезонный кубок в полуфинале. Какая нужна мотивация? Турнир может быть неофициальный, да, но он уже традиционный. Тут особой мотивации-то не нужно. Выходи да играй. Вот мне еще один комментарий пришел уже из другого стана. Если, прям цитирую: проебали, пусть не пиздят. Фу, фу, фу. В принципе, согласен, ребят, проиграли, имейте мужество признаться. Какая разница, проиграли и проиграли. Итак, господа, 9 часов, я считаю, центральный матч тура, безусловно, Знамя труда рыбалка. 70 на 30 в пользу Знамя я ставлю вот такой вот процент. Не знаю, кто там на что ставил ВКонтакте. Кстати говоря, вот ради интереса давайте мы зайдем в ВКонтакт, в группу РСЛ, и посмотрим, какие ставки были на этот матч. Что, как по мне, я не думаю, что там прям все стадом прям голосовали там по 20-0 в пользу Знамя и тому прочее. Где там у нас ссылочка? Сейчас мы зайдем. Так вот, да, и завтра у нас в 9 часов, по-моему, если не ошибаюсь, завершающий матч первого тура. Я вот, по-моему, время только не помню, в 9 или 10, по-моему, в 9. Алёша Гейминг против... Да, в 9. Алёша Гейминг против Underdogs. Новая команда. Честно говоря, непредсказуемая абсолютно команда, но более непредсказуемая команда, чем Алёша Гейминг, я представить в принципе не могу. Так, у меня тут уже вопросы уже летят. Просто он Рип что-то написал. Сейчас мы отвлечёмся немного. Так. Да, на Рипа сваливать не надо при счете 5-4. Я вышел из игры, они поменяли меня, и они спокойно могли отыграться. Вот, пожалуйста, пожалуйста, господа, Рип все расставил на свои места. Рыбалка обыграла Знамя честно. Да, Хитрик тут рвется тоже на трибуну. Да, Хитрик, на сайте у нас идет стрим, но ты вот сейчас к чертовой матери всю нам программу испортил и тому подобное. Так, мы сейчас, да, все ждем, где ссылочка-то? Вот. Так. Хитийская мать. Вот что у нас тут на Знамя рыбалка. Вот один человек поставил на 10-6. Этим человеком был я. Я поставил на Знамя 10-6. Следующий товарищ, Знамя рыбалка. 15-7 в пользу Знамени. Возможно, вероятно, не спорю. Мало ли, как там пойдет игра. Но вот есть вообще человек, не верующий в ФКР. Не будем его называть. 18-1 в пользу Знамя поставил, но это очень глупый какой-то прогноз, что рыбалка откровенно точно, даже нет, откровенно говорю, он точно забьет больше одного гола. Я в этом практически уверен. Но и то, что пропустит 18, я бы с этим очень сильно поспорил бы.
Потому что я помню предсезонный кубок со Знамя, тоже Са в финале очень долго рыбалки не могла забить. При том, что Са достаточно такая спокойная и быстрая игра, достаточно точная. Так что здесь, ребята, не согласен я абсолютно. Но вот есть 11-4 прогноз. Ну вот да, 11-4, 15-7, я в это готов поверить. Тем не менее, что-то многовато вы на Знамя ставите голов, ребят. Вот 10-6, там разница 4 гола. В это я готов поверить. А 8 разницу, там 7, ну это перебор. Вроде больше в группе... А, нет, вот в группе еще есть 13-5. И все вроде бы. Да, ну вот как-то однобоко немного. Ну, Знамя фаворит, я не хочу ни в коем случае, да, ни с кем спорить. Тут даже на бумажке он фаворит, и на поле, думаю, будет фаворит. Ну, как закончится, опять же, как закончится. И в этом есть интерес. 11 минут у нас, кстати, до матча осталось. Так что, повторяю, идите там в СТВ там, или на стрим. Не знаю, кто будет стрим, потому что Файтер, как он сказал, будет играть, скорее всего. В общем, так, ну вот комментарий от Спекта. Потом гитара на раме еще стояла. Ну, это, видимо, про рыбалку. А, подожди, или гитара он у Знамя стоял. Ребята, вот тут, пожалуйста, уточните, где там стоял гитарист, потому что я прям наизусть все составы не помню. А, у ЗТ, да, гитара стояла после рипа? Ну и чё? Дальше что? Какая разница, кто стоял на воротах? Оборона. В первую очередь спрос с обороны, не с ГК. Даже он там с центра пропустил, в первую очередь спрос с обороны. Если вы доверяете ГК, ладно, я могу поверить, почему вы никак не прервали там этот удар еще, там, да, и не ткнули мяч. Но если вы знаете, что вратарь не важно, тем более вы знаете гитару, так лучше подстрахуйте лишний раз. Чего все выпендриваетесь-то? Так вот, Дерфус, мы ответили на твой вопрос, да, он тут написал. После рипа стоял гитарист. Ну вот, оборона фанатик и бурик. Но это несерьезно, с такой обороной, с чемпионской обороной, с обладателем золотого мяча пропускать столько мячей. Ну это вообще ужас, ужас, ужас. Сейчас я тут картошечку отгрызу. А то я голодный жутко и поесть не успел. Я не рассчитал немного времени. Простите меня за это. Но я правда очень, очень голодный. Так вот, теперь давайте посмотрим, что у нас вообще, в принципе, ожидается в этом сезоне. Первый дивизион. Что мы видим? Фавориты Са и Знамя это бесспорные. Борьба за третье место, я думаю, развернется между Алёша Гейминг и Рыбалкой. Ну и остальные команды там от раза к разу, от матча к матчу, может быть, что-нибудь покажут. А может быть, даже обыграют. Сразу дам свой прогноз, прям вообще с лётом. Я думаю, что Знамя очень даже может и не стать чемпионом. Потому что, мало ли, Карма Лимона возьмет да и выиграет сезон. Тем более с абсолютно новой командой, с Моки Насис. Но мы ждем, по-моему, третьего. В третьем туре они, по-моему, играют между собой. Потому что во втором Знамя играет с Алёшей, я точно помню. Знамя, то есть, определенный реванш надо будет брать. Вот, а в третьем, по идее, да, вот Знамя труда с СА, если команды не проиграют два матча стартовых, то действительно это будет на что посмотреть. Потом хоть целый день посвятим этой игре, пожалуйста, если вы будете нас слушать. Вот меня тут сравнили с Алексеем Поповым, который Формулу-1 комментирует, спасибо. Только у нас, к сожалению, не такие скорости, к моему великому огорчению в Сокере. Когда будем летать по всему полю, там, с бешеной скоростью, вот тогда и посмотрим, сравним. Так, ну что у нас еще? Как вы знаете, у нас немного изменились правила. Также в межсезонье. Я, честно говоря, сомневаюсь, что прям все игроки и даже капитаны их прочитали. Поэтому советую как можно быстрее ознакомиться с новым регламентом. Да. И выучить эти правила наизусть, чтобы не было больше никаких срачи по ходу сезона, а почему, а как и за что. А то я знаю, очень, мы очень любим из-за всякой фигни устраивать тут революции. Но главный революционер нас покинул. Надолго. Кстати, он недавно пытался на RSL сервер прорваться в 5 часов утра. Я посмотрел логи SourceBands, но у него не получилось. Так что ждем его. Очень ждем его появления в скором на форуме. А тот писался всего один раз, и то в теме «Знамя труда», про то, что там Блюр и Роликс его предали. Несерьезно. Как-то несерьезно. Вот мне тут пишут люди, что Тушкан, да, второй спринт намультит. Господа, давайте договоримся раз и навсегда,
по поводу второго спринта. Хватит заниматься хуйней. Команда Знамя, может быть, что-то там и юзает, может быть. Мы этого никогда не узнаем, если только команда Знамя сама не признается. Но, если команда Знамя, юзая второй спринт, умудряется проигрывать там или терять очки даже в одной встрече, то уже как-то по барабану. Просто откровенно по барабану. Понимаете? Значит, обыгрывать можно даже с двойным спринтом. Это главное. Здесь не важно, здесь не нужно быстро бегать, здесь нужно хорошо попадать, хорошо пасовать и бить. А кто там быстрее бегает, это уже не так важно. А, прогноз на состав ЗТ меня просят озвучить. Да не вопрос, господи. Пожалуйста, пожалуйста. Давайте откроем мой френд-лист. Что мы видим? Мы видим сразу прям Шмехель в сети. Дока нету. Вывод. Шмехель может выйти на воротах. Донбасс может выйти на воротах. Бурик, он у нас очень часто в последнее время в офлайне сидит. И думаю, Бурик придет. Тем более, он 3 часа назад был. Насчет Фанатика, честно вам скажу, не знаю. Я Фанатика в сети уже давно не видел. Как-то он заходил, конечно, но... Честно говоря, даже если Фанатик придет, все равно ему нужно будет какое-то время, там, чтобы разыграться, снова почувствовать мяч и т.д. Так что Бурик, да, это действительно, это серьезный девчик. А вот второй, может быть, Блюр сыграет в дефе. Там вариантов много у команды Знамени, с учетом трансферной политики этого межсезона. Межсезонье. Так что говорю, может, пожалуйста. Мой прогноз, по крайней мере, то, что я сейчас вижу, это такое. Это Шмехель, это Бурик, это Блюр. Это Мессия, это Канитель с Роликсом. Потому что сомневаюсь, что господин Сычев, наш Вальдемар, припрется на какую-то там непонятную команду. Ну, это по его мнению. Сычева нам стоит ждать на серьезных матчах. Ну, вот мой прогноз такой. Ну вот да, человек Тушкан. Ну, Тушкан может выйти там во втором тайме или сыграть первый тайм и выйти во втором. Так что я не думаю, что прям весь матч. У Знамя очень много игроков. Они не смогут играть весь сезон одним составом. Там будут рокировки. Как и целыми матчами, так и таймами. Тем более они могут себе это позволить. Там все взаимозаменяемых. Нет уникальных. Вроде кроме Бурик. Все. Я говорю, вратарская позиция это не самое главное в Соке. В Соке главное это оборона хорошая. И хорошей обороной, даже если ты слабее, ты пропустишь хотя бы меньше. Выносы будут там в атаку, какие-то моменты создаваться. Понимаете? Ну вот мне тут пришло подтверждение, да, Сычева не будет. Ну, это ожидаемо. Владимир слишком неженкой какой-то стал, чтобы играть с этими, я говорю, с середнячками. Ну а когда приходит на серию команда, вот он разруливает, дай бог, каждому. Вот, значит, прогноз дали. Как видите, точно вам прогноз никто, в принципе, не даст. Вам сам Бог прогноз точно не даст. Вот я вам примерно сказал, что может быть. Вариантов у них там очень много. Вот пока все, что есть, я вот сказал. Так, 5 минут у нас остается, кстати, до матча. Вот Бурик в сети, ну, как, в принципе, как и ожидалось. Сидел в офлайне, где-нибудь там на паблике каком-нибудь. Он любит это делать. Еще, кстати, иногда не по своим никам даже. Потихонечку уже начинают подтягиваться на сервер игроки. Даже не потихонечку, а очень быстро. Ну что ж, господа, я просто сейчас не знаю. Мы сейчас точно перерыв уйдем, что файтеру нужно к матчу готовиться. Я не знаю, будет ли стрим вообще, дадут ли мне покомментировать, я бы с удовольствием. Состав рыбалки. Слушайте, ну, мы обделили Знамя. Тут вон обижаются люди. Давайте посмотрим, пожалуйста. Состав рыбалки предопределите. Так, ну тут может быть немножечко посложнее. Ну как вариант. Файтер на раме. Мехин деф. Реал деф. Спект мид. Пунта и Windows винги. Адри есть, да? Это скотина меня удалил, да? Не, просто извините. Ну значит да, значит если Адри есть, то тогда Адри, Файтер, Мехин. Спектриал Windows или Пунта Спект Windows или Пунта Спектриал. Там я смотрю просто Реал на сервере, там еще и помню ник там на сервере, я могу ошибаться, я увидел, ну вот. Ну ник, блин. Я не уверен насчет ника в стартовом составе. Ну хрен его знает.
Хетрик, я со временем, наверное, начну уже и сам тоже стримить, но пока я не могу этого сделать. Нужно чуть больше времени, чтобы освоить это. Просто у меня свободного времени много нету на это. Не, ну 10 минут. Дай мне эти 10 минут. Я тебе, конечно, сам настрою, начну стримить. Но это интересно, все-таки с кем-то стримить повеселее будет. Кто мне еще будет подсказывать, сколько у нас человек там смотрит? Или писать, какая песня играет? Это же все очень, очень сложно, да? Это очень-очень сложный процесс. И нужно второй человек, еще две руки, которые будут это делать. А что мне тут он пишут, прям пишут и пишут вопросы и вопросы, а я еще тут буду писать там какие-то песни и еще чего-то там, да? Выдумывать. Так, ну что, господа, 2 минуты остается, знамя рыбалка, это открытие уже, можно сказать, официальное целого 15-го сезона, первый дивизион, у нас сегодня судьей записан Loves Medium, так что все вопросы по поводу стримов и т.д. и т.п. к нему, заебите парня так, чтобы он психанул и ливанул, вот, а мы с вами уходим на перерыв, не знаю, вернусь ли я на матчи. Спект, я говорил про второй дивизион. Могу для тебя лично повторить. Скорее всего, выиграет Катинача. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Посмотрим, как с МЛП-2 сыграют. Все, хватит вопросов. Все остальное уже на матче или после матча посмотрим. Всем спасибо, перерыв.